Владимир, а за счет чего деградирует человек? Ленью. Ленью, тупости непролазной, потому что кажется, что я весь такой умный, такой все, а ты ничего не знаешь. Вокруг всегда есть люди, которые знают больше тебя. Надо смотреть на мир с широко открытыми глазами, забралом, и понимать, что все люди, которые приходят в твою жизнь, они тебе и ученики, и учителя. Поэтому преодолевать лень, преодолевать нежелание развиваться. И деградация – это когда тебе все неинтересно. Вот нужно заставлять себя интересоваться новыми вещами, новыми артистами, новыми книгами, новыми фильмами. Все новое тебе прям пусть приходит, и все будет к лучшему.